Всем привет! Хочу показать несколько способов, как можно заниматься с метрономом. Размер 4 четверти. Раз, два, три, четыре. В каждой четверти у нас есть 4 шестнадцатые. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Или 3 восьмые триоли. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Самый первый, самый простой способ, вы его все знаете, это когда метроном попадает каждую первую шестнадцатую в каждой четверти, то есть раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Или в триольном пульсе на каждую первую триоль. Хорошо. Теперь метроном будет попадать на каждую вторую шестнадцатую в четверти. Два, три, четыре, два, три, четыре, два, три, четыре. Триольный пульс на каждую вторую триольную восьмую. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Шестнадцатый пульс. Шестнадцатыми. На каждую третью шестнадцатую или просто на слабую долю, то есть раз и два и три и четыре, раз два три четыре, раз два три четыре. Триольный пульс на каждую третью триоль. Пульс шестнадцатыми, каждая четвертая шестнадцатая. Если метроном кликает четвертями, то у нас в шестнадцатом пульсе 4 варианта, в триольном пульсе 3 варианта, где может быть метроном. Теперь ставим метроном половинными длительностями, или в 2 раза медленнее, как вам удобно, или просто пропишите себе луп. В общем, теперь у нас метроном бьет не одну из четырех, а одну из восьми получается, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Но счет при этом идет тот же, в котором мы играли. 1, 2, 3, 4. Получается, метроном бьет на первую четверть и третью четверть. 1, 2, 3, 4. Значит, у нас есть 8 позиций, где может быть метроном. Например, в первой четверти на 1, на 2, на 3, на 4. И во второй четверти на 1, на 2, на 3, 4. Также третья, четвертая. Ну, все равно 8 вариантов пока что. Простой способ, когда метроном попадает в первой и третьей четвертях на раз. Очень просто. Триольный пульс. В триольном пульсе у нас не 3 варианта теперь, а 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Метроном может быть в одном из этих 6 мест. Пусть будет метроном теперь у нас на четвертой, шестнадцатой, второй и четвертой четверти. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, раз, два, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три. Он может быть на второй, на третьей, в любом месте. Главное, чтобы вы сами знали, где находится метроном и где находитесь вы. Хорошо, триольный пульс, метроном на третьей, там, триольной восьмой, в первой, третьей четвертях. Тоже довольно-таки просто. Теперь метроном кликает один раз в такте. Для начала это будет первая четверть, первая шестнадцатая.
То есть теперь у нас 16 позиций, где может быть метроном. В триольном пульсе 12 позиций, где может быть метроном. Ну, самое простое, опять же, это когда? Первая четверть, первая шестнадцатая. Триольный пульс. Это же довольно-таки просто, но мы сделаем чуть сложнее. Например, 16-й пульс у нас, метроном на, ну, на 4 и, то есть на 4-й четверти, 3-я 16-я. Раз и, два и, три и, четыре и, раз и, два и, три и, четыре и. Теперь триольный пульс. Метроном будет попадать на вторую триоль во второй четверти. Также можно поставить метроном, чтобы он бил раз в два такта. То есть если он бьет раз в два такта, в 16-м пульсе у вас получается уже 32 позиции, где может быть метроном. В триольном пульсе 24 позиции, где может быть метроном. И еще один вариант, который хочу вам показать, это когда метроном 4 четверти кликает, 4 четверти ждет. То есть один такт кликает, один такт не кликает. В принципе, все. Вариантов, опять же, очень много еще. Я не могу вам показать прям все, потому что это займет, наверное, очень много времени. Как минимум, могу подсказать, что делать вот с этим последним вариантом, когда 4 четверти бьет, 4 ждет. Например, метроном может начинаться со второй четверти. То есть он бьет вторую, третью, четвертую, первую, потом ждет и дальше идет. Смотрите. Раз, два, три, и one, two, three, four, 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 one, two, three, four. И так далее. Он также может уходить все время на одну дальше. В принципе, для сегодняшнего урока, я думаю, это достаточно. Занимайтесь.